Всем привет! Меня зовут Света, я руководитель студии Светик, и сегодня я вам расскажу и покажу, как делается колесо. Первый элемент акробатики, который нужно знать всем. В колесо мы выходим следующим образом. По одной руке отпускаем вниз, ставим в одну линию, руки напряжены, локти выпрямлены. И по одной ноге также поднимаем вверх. И переходим в исходное положение. Выглядит это таким образом. Это был элемент колесо. Тренируйтесь и практикуйте свое колесо на оборудовании компании Time Trial.